Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире телекомпании «Город», программа «Подробности». Студенты и Татьяны всей России отметили любимый праздник. Есть справедливое мнение, что заслуга в популяризации этого имени принадлежит Александру Сергеевичу Пушкину, увековечившему Татьяны милый идеал в романе «Евгений Онегин». В нашей студии еще одна известная обладательница этого имени – Татьяна Николаевна Панфилова. Расскажите немножечко о себе. Всегда ли вы мечтали связать свою жизнь именно с медициной? Я человек, который ставит определенную цель и старается ее достигнуть. Ну, просто так получилось, наверное, по жизни, по характеру. И врачом я стала потому, что сказали, что невозможно поступить в медицинский институт. И вы эту высоту решили взять? И я, у меня перед этим в Саратове подруга поступила, и я подумала, а почему нет? И я поступила в наш медицинский институт. Конечно, достаточно интересно у меня проходили экзамены сами потом. Но, оглядываясь назад, я всегда думаю, ну, аферистка вообще. Вот так вот о себе. А это в чем выражалось? Почему? Я закончила обычную школу, как для детей военных, на Западной Украине. Готовилась практически сама, проходила курсы месячные перед институтом, наш институт. И, ну, да, так успешно вроде бы как их прошла. И потом, когда я попала на первый стол по физике, и после того, когда я с него вышла, я увидела, что там были все двойки. Вот, ну, не знаю, может, так я подумала, что это завальный стол какой-то был для тех, кто не имеет никаких своих там в прошлом медиков, я так мягко буду говорить, да, каких-то своих, потому что я только приехала в Рязань. И в этом столе было где-то передо мной 15 двоек, одна тройка и одна моя четверка. Я после того, как поняла, что я же все-таки так быстро обучаема, поняла, что если тут меня завалили, то на сочинении меня завалить, как будьте здрасте. И поэтому я в сочинении, помните, там слова Леонида Ильича там были, я уже поняла, что политическая конъюнктура есть в том возрасте, и что два, когда если я вставлю прямую речь Леонида Ильича, мне никто не поставит. И я через каждый начала писать какую-то вольную тему, не помню какую, но 2-3 цитаты из речи Леонида Ильича я туда вставила, как прямую речь. Я рассчитала абсолютно правильно, мне поставили 4. Вот. Сама поэтому... по себе бунтарка, мне кажется, в хорошем смысле этого слова. Заводила, бунтарка. Даже ваш отдых, вот фотографии, которые вы показывали до этой записи, они говорят о том, что вы готовы экспериментировать, вы готовы и отдыхать по-разному, и в работе какие-то новые течения находить. Да, мне это очень интересно. У меня очень много в детстве было друзей-мальчишек. Очень много, ну, действительно истинных друзей. И у меня даже долго сохранялось, но сейчас не знаю, у меня была такая линейка, на которой было написано «Атаман Танча». В общем, это мальчики написали. И потом у меня... Я училась очень хорошо всегда, но в некоторых там уже старших классах мне никак не могли выставить поведение. Меня приняла в школу совершенно незнакомый мне директор, Татьяна Николаевна тоже ее звали, которая настолько поверила в меня, для нее было неожиданно, что вот так вот ученик решил и приехал учиться, да, и даже она мне сделала... Вот сейчас говорить, конечно, аттестат отличный. Мама не участвовала абсолютно в этом. Я сделала одну ошибку в сочинении, она мне ее исправила и заставила переписать сочинение. То есть сочинение 5 у меня было. Потом я абсолютно не понимала обществоведение. Вот социализм не понимала никогда. И поэтому я этот, ну, наверное, на тройку, я думаю, сейчас оценивать четверку отвечала, она заставила учителей поставить 5. Вот это два таких за мной греха при школе, которые я четко знаю, что это мне подарили. Вот. А вот вы сами делали когда-то
хорошие, добрые подарки, если мы говорим о том, что на что-то закрыть глаза, где-то посчитать, что человек еще молод, юн, у него все впереди, поскольку вы сама уже наставник, учитель. Ой, люблю учиться. Люблю учиться очень, и поэтому люблю работать с молодежью, люблю делать им авансы. Ну, может быть, так я по своей уже опыту понимаю, что это аванс, но мне нравится, потому что в них есть что-то то, что уже в нас может быть в какой-то степени утрачено. Потому что мы понимаем уже по ходу развития дела, понимаем, что из этого вряд ли что-либо хорошее получится в конечном итоге. А когда ты ввязываешься в это и начинаешь понимать, что есть не только тот путь, который прагматично написан, но есть и путь, который уже ими предполагается. Вот. То есть это очень интересно. У нас очень много друзей, детей собиралось. И были такие годы у нас достаточно голодные, да, 90-е годы. И самое интересное, друзья старшего брата говорят, что вот самое вкусное блюдо они ели у нас. Причем это блюдо я очень долго вспоминала, какое. Это оказалось, когда у меня ничего не было в холодильнике, я сварила оставшиеся макароны, достала, поджарила сало, и оставался чеснок, и что-то я там смешала, но вот вкуснее они не ели никогда, не знаю, что это, как это, чего. То есть вот мне интересно было всегда в любой ситуации с молодежью общаться. Как вам удавалось совмещать и работу достаточно серьезную, и количество детишек, теперь уже есть внуки? Я для себя поставила, ну, такие, может быть, барьеры. Во-первых, на детей не раздражаться. Ну, то есть это всегда дороже выйдет. Если ты сорвешься в каком-то, объясняя что-то или останавливая в чем-то, ты потом разнервничаешься, будет болеть сердце, будет это. Надо, будто медицинский подошли, да, к этому вопросу. Это хуже всего. Если ты чем-то недоволен, какую-то паузу возьми паузу, просчитай. И потом оцени это по-другому. Это мне помогало в общении с детьми очень. Потом я всегда понимала, что семья от меня страдает. Ну, страдает, потому что... Деспотичны? Нет, я трудоголик. Я таскала, когда приехала, я таскала массу карт, я ночью смотрела. Я достаточно быстро взошла по карьере, вот когда переехала в город. Я же 7 лет работала в деревне участковым врачом, там в подчинении мужа главного врача. А тут у меня как-то так вот все пошло очень быстро. Но я понимала, что дети – это основное, семья не должна страдать, и поэтому я, ну так, внутренне переодевалась. То есть я приходила домой, на вешалке, снимая свою одежду, я снимала свое то состояние, какое я была на работе. Мы сегодня специально пригласили именно Татьяну. Скажите, ваше имя вам помогало когда-нибудь? Я думаю, да, потому что это устроительница-утвердительница. Это имя, которое, в общем-то, наверное, и выстроило всю мою судьбу. Коротко о том, чем вы занимаетесь сейчас, самые главные цели и задачи на этот год. Ну, я занимаюсь своим любимым делом. Я мечтала об этом еще когда-то, когда только пошла во власть, в областную думу. Я мечтала быть главным врачом детской больницы. Ну, есть такая, была такая мечта. И через какой-то определенный период времени, достаточно долгий, я стала главным врачом областной детской больницы. Сейчас мы присоединили к себе диагностический центр, бывшую 9-ю больницу, молочную кухню. Сейчас этот комплекс развивается. Правда, еще даже месяца нет, как он сформировался окончательно юридически, но я думаю, что у нас все получится. Я попрошу вас поздравить всех Татьян, которые сейчас у своих экранов, уже с прошедшим праздником. Дорогие Татьяны, я люблю свое имя. Надеюсь, что и вы тоже его любите, потому что оно замечательное. У нас замечательная святая сопровождает нас, святая мученица Татьяна. Под это имя выстроились даже все студенты России. Под это имя выстраиваются многие праздники. И нет ни одного имени, в котором есть такой вот праздник, который празднует вся страна.
Поэтому я вас поздравляю, гордитесь своим именем, будьте здоровы, счастливы, и чтобы у вас в жизни все получалось, потому что вы устроительницы и утвердительницы. Это были очень откровенные 10 минут. Спасибо вам за встречу. А в эфире была программа «Подробности». До свидания.